Мэта – змініць нашу ментальнасць у адносінах да энергазберажэння. Паводле падпісанага ў Брэсце пагаднення мэраў, да 2020 года абласны цэнтр павінен на 20% скараціць аб'ём выкідаў вуглекіслага газу. Мы ўже имеем, допустим, переработку отходов, что касается мусороперерабатывающего завода, что касается нашего коммунальника, то есть зеленых насаждений. В этом году начало реализации – это интеллектуальные системы светофорного регулирования, которые, в свою очередь, снизит пробки на улицах города и даст эффект и снизит значительно выброс СО2. Удельники Дня энергии обмерковали климатичные наступства и проблемы экологии. Климат стал капризным, непредсказуемым, и это связано с глобальным потеплением, с тем, что глобальная температура, средняя температура атмосферы повысилась около 1 градуса, 0,8 градусов за последние 25 лет. Представники Брэсцкага смеццеперапрацоўчага завода рассказали об своем способе уплыву на свядомасць граждан. Мы организовали сбор отработанных элементов питания за вознаграждение. То есть любой желающий может принести свои батарейки, которые уже служили свой срок годности, и обменять их на ценные призы. Но самым главным призом, кажут удельники экоруху, повинно стать доброе здоровье. Кроме экономии энергоресурсов, это, скажем так, принятие здорового образа жизни. Меньше использовать автомобиль, а больше использовать велосипед, заниматься пешеходным движением. Сярод удельников Дня энергии шмат детей, подлетков, и это обнадеивая. Землю надо беречь, и мы тут родились, надо беречь землю и хорошо к ней относиться. Завершился тыдень энергии узнагароджанием пераможцу творчего конкурсу сярод навучанцев на энергосберегальную тематику. Анастасия Кудзіш, Юрий Плінда, телерадиокомпания «Брест».